А, вот как! А, мы летим! А, вот как! А, мы летим! Мы летим! Нет, куда ты? Ты куда? За перевод благодарим фансаб-группу Oxylux. Озвучила Айка. Приятного просмотра. Что это? Оно есть на YouTube? Послушаем, как в оригинале. Нужно акцент скопировать. Слушайте. Что значит соленое? Мам, что это? Картофель? Как вкусно. Вы были в магазине? Довольно? Трудновато. Попробуем. Ага. Дзинь-дзинь. Почему рагу такое соленое? Оно соленое. Маму нужно было добавить побольше воды. Соленое вредно. Мама, что это? Картофель? Ты что, не знаешь про сахарный картофель? Мама, это не сахарный картофель, а сладкий картофель. Ммм, как вкусно. Вы были в магазине? Нет, сахарный картофель я взяла у мамы Йонги. Сладкий картофель. Да, сладко, но... Картофель? Сладкий картофель! Еще раз. Сладкий картофель! Теперь довольна? Похоже на обычный картофель. Да что с тобой такое? Прямо за столом. Ты что, с ума сошла? Неплохо. Надо просто запомнить. А вон оно что. Сейчас я учусь на первом курсе. Чизбургер! Кто эта девушка? Я хочу чизбургер. Ты увидела мою девушку, так что закрыли тему. Да что с ней такое? Начнем сначала. Окей, окей. Кто эта девушка? Вчера она была у твоего дома. Я девушка Хёка, Хван Чон Им. Сейчас я учусь на первом курсе. Опа, я хочу чизбургер. Скорее, закажи мне чизбургер. Да, хорошо, подожди. Ты же знаешь, что я люблю сыр. Пусть добавят двойную порцию. Да что с ней такое? Ты увидела мою девушку, так что мы закрыли тему, да? Так что хватит меня преследовать. Ой, я ж не доел. Мне было любопытно, насколько же хороша твоя девушка. Но вижу, что ты предпочел эту недалекую девку мне. Ну и вкус у тебя. Ты что, собираешься меня ударить? Что ж, будьте счастливы. Мило. Супер. Мне было любопытно, насколько хороша твоя девушка. Ты бы выбрал спалиться, когда поправлял трусы или когда ковырялся в носу большим пальцем. Как можно большим пальцем ковыряться? Как так? Когда пальцем в носу ковырялся? Да, я тоже. Представьте, если это прямой эфир. У меня большой палец большой. Реально. А если ноздри шире стали? А что такого, если спалили, как ты труселя подтягиваешь? Все мы люди, попы одинаковые. Ну да, все так делают. Все бы поняли же. Но ковыряние в носу большим пальцем не поймут. Тут есть дома. Дома неподалеку. Может, на карте магазины поищете? Эй, там 7-Eleven. 150 метров до магазина. Ладно, идем. Опа, я хочу чизбургер. Это не то? Здравствуйте. Чизбургер. Чизбургер? Где-то должен быть. А, вот. О, супер. Хорошо, хорошо. И резинки для волос. О, вот они. Отлично. Супер, супер. Надо его подогреть. Не очень хочется холодным его есть. О, так вкусно пахнет. Ты все купил? Ага. Как раз последний забрали. Ребята, пора. Удачный улов, милашки. Молодцы. Мы приехали. Мы первые? Да вряд ли. Мы на месте? И где же тут клубничная ферма? Судя по навигатору, где-то здесь. Проверим. Кажется, мы не туда заехали. Ой-ой-ой-ой, давай назад. Как мы туда доберемся? Только не это. Поезжай вперед. Ой-ой-ой-ой-ой. Это же пасека. Нас могут ужалить пчелы, уезжай скорее. С таким водителем, как я, вы точно не пропадете. Это здесь? Здесь? Точно? Вон там, да? Нам туда. Там написано клубника. Нужно проехать немного вперед. Они уже здесь. Они нас опередили. Сценарий у тебя? Ага. Вперед, вперед, ребята! Покажем, на что мы способны.
Мы идем! Вперед! Какая у меня была реплика? Я уже забыл. Хотя она простая. Я вроде к маме обращался. К маме же, да? У меня была одна реплика, и ту я забыл. Сцена первая. Начали. А почему рагу такое соленое? Что значит соленое? Ну ладно, ладно, ладно. Мама, нужно было добавить побольше воды. Соленое вредно. Мам, что это? Ты что, не знаешь про сахарный картофель? Это не сахарный картофель. У меня всего одна реплика. Я же к маме обращался. Давайте сделаем хвостики. Нужно сделать хвостики. Они очень долго возятся. Давайте еще раз. Все. Давайте с самого начала. Нам нужна хлопушка. Хёнджин, лучше тебе забыть свои реплики. Раз, два, три. А почему рагу такое соленое? Что значит соленое? Мама, нужно было добавить побольше воды. Соленое вредно. О, что это? Картофель? Ты что, не знаешь про сахарный картофель? Это не сахарный картофель. Я не договорил! Тогда зачем сделал паузу? Ты не знаешь про сахарный картофель на вкус, как тыква. Отлично, отлично, отлично! Прекрасно! Что ты делаешь? Мы неплохо справились. Желтый сладкий картофель со вкусом тыквы. Мы поторопились. Надо еще раз прочесть, мы ошиблись. Милота! Дубль первый. Начали! Кто эта девушка? Вчера она была у твоего дома. Да, это была я. Привет. Я девушка Хёка. Хван Чон Им. Сейчас я учусь на первом курсе. Опа! Я хочу чизбургер. Скорее, закажи мне чизбургер. Да, хорошо, подожди. Ты же знаешь, что я люблю сыр. Пусть добавят двойную порцию сыра. Да что с ней такое? Ты увидела мою девушку так, что мы закрыли тему, да? Хватит меня преследовать. Ой, я ж не доел. Мне было любопытно, насколько хороша твоя девушка. Но вижу, что ты предпочел эту недалекую девку мне. Ну и вкус у тебя. Что ты сказала? Я ведь и разозлиться могу. Это какой-то бред. Ты что, собираешься меня ударить? Что ж, будьте счастливы. Вот что значит профи. У тебя такие длинные реплики. Точно. Мы столько репетировали, пока ехали. Сладкий картофель, сладкий картофель. Неужели это так трудно? У меня из головы все вылетело после сна. Я не допустил ни одной ошибки. Не настоящая клубника? Нужно обойти всю ферму? Здесь есть ненастоящая клубника? Нужно найти все четыре? Полную коробку собрать? Тут есть ненастоящая клубника? А как мы поймем, что они ненастоящие? А ты кусай каждую. Каждому нужно по одной найти? Принято, всего четыре. Вроде легко. Выглядит аппетитно. Давайте. Это ведь не так сложно. Начали. А почему рагу такое соленое? Что значит соленое? Нужно было добавить побольше воды. Соленое вредно. Мам, что это? Картофель? Ты что, не знаешь про сахарный картофель на вкус, как тыква? Мама, это не сладкий картофель, а сахарный. Что такое? Да что с тобой не так? Я так и сказал! Давайте заново. Будь внимательнее! Не ты же вел машину! И как нам найти ненастоящую клубнику среди всех этих кустов? Пластмассовая клубника. Вы знаете, где ее спрятали? А вы знаете, где ненастоящая клубника? Это не настоящая? Нет, настоящая. Где же ненастоящая клубника? Погнали! А почему рагу такое соленое? Что значит соленое? Нужно было добавить побольше воды. Соленое вредно. Мам, что это? Картофель? Ты что, не знаешь про сахарный картофель на вкус, как тыква? Мама, это не сахарный картофель, а сладкий картофель.
Как вкусно, вы были в магазине? Да ёперный театр! Давайте заново. А почему рагу такое соленое? Что значит соленое? Нужно было добавить побольше воды, соленое вредно. Мам, что это, картофель? Ты что, не знаешь про сахарный картофель на вкус как тыква? Мама, это не сахарный картофель, а сладкий картофель. Ммм, как вкусно! С озвучкой даже. Ммм, как вкусно! Вы были в магазине? Нет, сахарный картофель я взяла у мамы Йонги. Сладкий картофель. Да, Сладкий картофель! Теперь довольна? Похоже на обычный картофель. Да что с тобой такое? Прямо за столом? Ты что, с ума сошла? Наконец-то! А как клубнику собирать? Не настоящую? А не настоящую тоже собираем. Чем они вообще отличаются? Да что ж такое? Где искусственные? На них должны быть слова. А, да? Они даже формы не отличаются. Они все одинаковые. Ага. Где же не настоящие? О! Супер. Искусственная клубника. Как собирать клубнику? Ножницами? Как ее собирать? Руками. Спеленькая. Как ее срывать? А? Целая горсть спелых. Куча спелых. Ну да. Хочешь? Съедобная? Да, конечно. Ты ее так собираешь? Не так же надо. Так что ли? Я так срываю. Не настоящая клубника? Как она выглядит? Надо сначала найти... Крутотень. Эй, я нашел одну! Я нашел! Где? Искусственную. Как она выглядит? Где? Как она выглядит? Только я не скажу, что написано. Секретик. Дай взглянуть. А, вот так, ладно. Понял. Издалека они все выглядят настоящими. Ну да, сложно понять. Кажется, я понял, как их найти. Фруктовый мальчик в деле. Фруктовый мальчик. Как они выглядят хоть? Это настоящее. Одна есть. Эй, Яна! А? О, где она была? Висела там вместе со всеми, прямо в рядке. А, вот как. Я понял. Ищи те, что поярче. Хорошо. Сразу видно, где искусственные, они еще и большие. Так вот как клубнику собирают. Легкотня. Они такие красивые и спелые. Теперь я прямо настоящий фермер. Где они? Дайте подсказку. Ой, сложно же, очень тяжело. Команда зайцев нашла еще одну. Ты нашел? Ага. Кайф. Чан нашел? Ага. Как они выглядят? У них немного цвет отличается. Выглядит как искусственная, но она настоящая. Где мне найти ненастоящие? В этом месте. Серьезно, что ли? Эй, сколько у нас уже? Две. Теперь три. Они быстрые. Отлично. Еще одну. Мы закончили! Хёнджин, мы все. Окей! Пошли! Закончили! Как вы их нашли? Что за... Серьезно? Они что, все нашли? Все четыре? Ага. Надо хотя бы одну найти. Хан, ты что-нибудь нашел?
Нет, я даже не знаю, как они выглядят. Вот так. Да их же сложно не заметить. Почему я еще ничего не нашел? Думаю, этот раунд мы проиграли. Эта клубника гигантская! Почему она такая здоровая? Хван Хёнджин! Хван Хёнджин набрал самых вкусных. Давайте посмотрим. Полицейский побочный эффект, подушка, бессонница. Подождите, подушка. Думаю, мы справимся. Полицейский съел лимон. И его онемевший язык стал побочным эффектом. Из-за этого побочного эффекта он страдал от бессонницы. Но как только он лег на подушку и съел клубнику, ему стало легче. Отлично! Они уже все. Только я... Поехали! Эй, поехали! Зайцы реально быстрые. Я ее домой отвезу. Выглядит аппетитно. Она огромная! По размеру как персики. Точно. Дальше последнее место. Мы едем кататься с горки. У нас еще одна миссия, да? Круто. Сколько можно? Я нашел! Серьезно? А вот и еще одна. Там две? Ага. Нашел две. Ты две за раз нашел? Как они выглядят такие? Я просто глаза шире открыл. Осталось одну найти. Теперь я знаю, что искать. Какая из них искусственная? А? Я нашел! Правда? Ага. Погнали, погнали! Быстро, быстро, собираемся все. Общий сбор. Юнбок, побежали! Собирайтесь быстрее. Ты первый. Клубника. Так здорово. Перекатывается. И котик, который любит клубнику, послушал Red Lights и ему понравилось. Принц Йонбок, который так любит котиков, нашел клубнику и собрал. Вот, посмотрите. Отмена, отмена! Давайте заново. Поменяемся местами, ты первый. Хан начинает. Танцуя под Red Lights, принц Айен случайно упал и покатился. Внезапно появился котик и подкрепился клубникой. Ладненько, ладненько, всем спасибо. Что это? Как же? Жесть какая-то. Миленько, разве карта не должна быть более четкой? Дождь идет. Я такое даже дома не стал бы носить, не то что на съемках. Здесь прямо. Нам все время прямо. Сын Мин в костюме черепахи. Милашка. А тут миленько. Очень уютно. Черепахи тоже бегать умеют. Не бегите. Мы на месте. Не могу больше мыслить как заяц. Будьте быстрыми и стремительными зайцами. Удачной вам гонки. Я сейчас вообще не стремительный. Ты, видимо, частенько сам с собой разговариваешь. Ты сам с собой разговаривал? Он же с тобой говорил, да? Ага, я удивился. Я думал, он со мной говорит, но я ничего не отвечал. Приехали. Молодец, Чанбин. Мы с горки будем кататься. Дождь, лучше ходить или бегать? Погодите, нам же поспать надо, да? Реально почувствовал себя черепахой, мне понравилось. Нам еще 10 минут ехать. Нечестно, они там наверняка уже спят. Может, они уже проснулись? Думаешь? Давненько я в таком районе не был. В каком? Вот в таком. Тут начальная школа рядом с домами. Тут рядом есть горка?
Школьники могут каждый день туда ходить. Сынмин, быстрее! Они только что проснулись. Кажется, да. Надеюсь. Говорят, вы успели прогуляться. А вчера такая погода классная была. В этой миссии победит тот, кто быстрее скатится с горки. Мы просто обязаны выиграть. Это точно. Домой сразу поедем. Вы выбрали, кто поедет? Я поеду. Супер, супер. От нашей команды поедет Сынмин. Вот это поворот. Я поеду. Ян Чонин от нашей команды. Значит, старший против младшего. Старший против младшего. Кто же победит? Что еще за старший? Долой младшего. Ладненько, я все. Лучше оденься. Господин. Да? Порви его. Идеальный денек для катания на горке. Панцирь тоже надень. А надо? Не факт, что самый тяжелый будет быстрее. Я с тобой не согласен. Не будем затягивать? Ага. Поехали. Пока. Эй, Шон, я никогда раньше не катался с горки. А я частенько на них катался. Правда? Как съезжать? Съезжать? Просто садишься и катишься? Погоди, она реально высокая. Почему так высоко? Она такая длинная. Мы справимся? Окей. Как-то стремновато. Экстрим. Очень высоко. А, вот как. Мы летим. Вот как! Мы летим! Мы мчимся! Нет, куда ты? Ты куда? Стой! Веселуха! Очень весело! Чан выиграл! По канону черепахи не могут победить зайцев. Конечно! Ленивые зайцы победили! Детские сказки брехня полная. Это все вранье! В реальной жизни ты либо тормоз, либо газ. Ваше наказание – снять клип. Вы уверены, что это наказание? Разве сниматься плохо? Он тоже хочет. Пожалуйста, поддержите неизданный клип Stray Kids на песню The Tortoise and the Hare. Зайцам пора! У нас есть еще кое-что – хореография для этой песни. Они покажут. Обязательно дожди великое открытие! Зайцам пора, пошли! Покеда. Дикий, дикий заяц. Зайцы, погнали! Stray Kids, The Tortoise and the Hare. Подставьте сюда, The Tortoise and the Hare. Что ты творишь? Что за бит? Сложновато. Начнем. Вот так, вот так. Хорошо. Вот так. Есть. Сделай вид, что ты бежишь туда. Следующая партия Чанбина. Можешь снять нас спереди? Конечно. Я иду, а ты появляешься в кадре и такой... До конца партии Чанбина. Хорошо. Давайте крупным планом. Давайте без музыки. Я просто делаю так. Яна, глянь-ка сюда. Вот так. Окей, хорошо. Погнали. Что дальше? Следующий, следующий. Мы снимем 4 дубля медленнее, медленнее. Только эту часть. А вы эту сцену 4 раза повторите. Типа медленнее, медленнее. Окей. Мы 4 раза скажем медленнее.
Хорошо, а вы на монтаже отредактируйте. Да, на повтор сцену. Феликс справится. А, окей. Клубничный принц! На те призовые деньги, что я получил в Stray Kids Code, я угостил став клубникой. Клубничный принц! Клубника, клубника! Классный! Угощайтесь! Желаю вам удачки и будьте здоровы! Лопайте клубничку и запасайтесь витаминами!